Всех приветствую на моем канале Юля Дурмас. Сильно кричать не могу, потому что находимся сейчас в больнице. Ну, в общем, поездка в Таиланд мне вышла боком. В общем, этот вирус, которым я переболела в Таиланде, дал осложнение на мое больное место, гайморит. У меня 2 года назад была операция. Сейчас пришли на контроль. И доктор говорит, что, скорее всего, опять эта моя проблема повторилась, и нужно будет делать операцию. Сейчас пойду делать тест на уши. Ну, там специально такие палочки слух проверяют. Потом томографию. В общем, за посещение мы сейчас заплатили 915 лир. Это Анадол Ухастан, это частная клиника. За томографию головы отдали 2400 лир. Это при том, что у меня страховка Бакур. В общем, скидки не сделали совершенно. Ну, частная клиника Анадол. Все, сделала томографию. Сейчас доктор на операции. Зашли в кафетерию, через час будет не приговор. Ну, вроде бы пока легким испугом отделалась, назначили лечение, кучу таблеток, через 8 дней на контроль. Берегите себя и своих близких, мирного неба над головой, здоровье превыше всего. Всем пока, до новых встреч!